на днях, что происходит, да, со 2 мая в Ереване, полностью я вспоминаю 4 года назад, 18-й год, тот же Ереван, опаснее кто? Этот парень, который кричал, или Сандыков, который засиживается уже второй созыв в парламенте и просто никак не представляет их интересы. Армения уже там, конечно, находилась в зоне, так скажем, турбулентности, но уже не первый раз доказывала, что далеко от России бежать не может и, в принципе, не хочет. Поэтому это максимум, что может Запад или США сделать в Армении. Ну, вот как-то провести красивенький, проплаченный митинг с какими-то там идиотскими лозунгами. Мы не против, если они хотят потратиться на Армению, пусть тратятся, но Армения никогда, надеюсь, и более чем уверена, не будет антироссийской, смотря сама очень долгое время говорила, что без пяти Украина, без пяти Грузия, население в Карабахе, армяне в Арцахе, они намного пророссийские, чем те, которые в Армении. То есть этот регион, он, в принципе, всегда был пророссийским. Там каждый второй, каждый первый прекрасно ответит на русском языке. И даже если провести там референдум, то все согласятся присоединиться в большей степени к России, чем ну, как к Армении. Ну, про третий вариант вообще не хочу говорить, и мы исключаем этот вариант.